Тема сегодняшней лекции – заработная плата. Ну, что такое заработная плата, это всем известно. Правильно? По этому поводу, не по поводу зарплаты, а по поводу того, что всем известно, Гегель говорил, что обычно то, что всем известно, меньше всего обдумано. А что обдумывать то, что и так уже известно, правда? То есть кто будет заниматься обдумыванием того, что так хорошо известно, все об этом говорят, все об этом знают, поэтому никто обычно и не обдумывает, что известно. Поэтому некоторые важнейшие категории, такие как, например, деньги, товар, цена, зарплата, поскольку они всем известны, ну и, так сказать, их не обдумывали. И, в общем, люди правильного понимания по этим вопросам не имеют. Ну вот мы сейчас проверим. Товар, что такое? Кто-нибудь скажет? Видели товары? Видели. Товар, что такое? Пожалуйста. Че? Ну, товар, что такое? Не скажу, да? То есть, как бы вы партизан, вам сказали не выдавать. Понял? Что такое, что выдают. Вы тоже в этом партизанском отряде? А? Может быть, что такое, что продают? И что продают? Используют? Значит, вот неверное это высказывание. Почему? Потому что продажа тоже имеет свое определение. Что такое продажа? Сказать? Продавать. Продажа – это обмен товара на деньги. Значит, чтобы знать, что такое продажа, что такое товар, в вашем определении, надо знать, что такое продажа. А продажа, чтобы знать, что такое продажа, надо знать, что и такое товар, да еще и что такое деньги. А можно определять простое через сложное. Это антинаучно. Но у нас есть вот люди, которые уже обдумали, сейчас скажут. Это свободный обмен. Что? Обмен? Сам обмен? Это не товар, это то, что обменивается. То, что обменивается. Товар – это та вещь, которая может обмениваться на другую. Может обмениваться, а может не обмениваться, да? Как-то получилось неопределенно, да? Может обмениваться, может не обмениваться. Так может он товар, может не товар. То есть как-то что-то недоработано здесь. То есть уже, как говорится, в правильной дороге идете, товарищи, но не в ту сторону. В свободном обмене. Так, ну, в целом хорошо. Участвует вещь в свободном обмене. Как участвует, как-то непонятно. Но, во всяком случае, вы сделали заявку на то, что товар определяется через обмен. Я правильно вас понял? Скажите, что такое обмен, и дело в шляпе. Ну, правильно? Если товар, это вот то, что связано с обменом. А обмен что такое? Вот нам сейчас скажут. Обмен что такое? Тут все знают, а вот слово обмен не знают. И, наверное, вы задержались немножко, потому что вы обдумывали, что такое обмен, и сейчас нам вот и скажете. Вот некоторые нападают на тех, кто позже приходит. Это люди, которые заняты каким-то важным делом, вот, и решают противоречивые ситуации. Прийти или дорешать вот это важное такое основное, правильно? И вот они, только они разрешат это противоречие, приходят, и вам могли бы не прийти. И вот на них нападают и говорят, вот вы опоздали. Ну, это просто люди не обдумывают вообще ситуацию, неуважительно относятся. Обмен что такое? А, то есть вы не это обдумывали? Не скажете, что такое обмен? Или вам нельзя говорить? Это когда... По религиозным соображениям... А? Это когда ты отдаешь и взамен тоже что-то получаешь. Это когда? Вообще, когда говорят «когда», это бывает или осень, или зима, или... Это, в общем-то, время. Поэтому «когда» – это нехорошая форма для определения. То есть смысл как-то у вас, в общем, правильный, но вот слово «когда» тут как-то не к месту. Это когда или это что? Ну, обмен, это что? Это же какой-то процесс, правильно? Какой процесс? Вот как-то надо переделать. Это процесс. Вместо того, чтобы сказать «это когда», надо сказать «вот человек хочет доработать». Через товар можно определить обмен? А? Через товар, если определить обмен, так можно? Еще раз. Обмен определить через товар. Ну, тогда вот будет логический круг. Только что вы товар через обмен, и тут же обмен через товар, и ловите вас. Ну все, тогда нету тут науки никакой. То есть логический круг. Товар через обмен, обмен через товар. И мы ходим по кругу и не знаем ни что такое товар, ни что такое обмен. Так нельзя.
То есть какой общий принцип? Мы будем сложное определять через простое или простое через сложное? Вам рассказать, что такое самокат? Я рассказывал. Самокат, знаете, что такое? Видели? Ну, Lexus видели? Ну, вот берете Lexus, это вот с этой крышей, это все, это нам не надо. Это мы снимаем. Ну, болгаркой берем, отпиливаем, выбрасываем. Потом, зачем вам такая площадка большая? И эти два справа колеса, они вообще не нужны. Отпиливаем, это туда убираем. Ну, что тут у нас? Ну, это, представляете, толкаться с таким тяжелым двигателем. Двигатель снимаем, выбрасываем, он тоже не нужен. Ну, для облегчения этот круглый руль перепиливаем, чтобы такая получилась. А это убираем тоже, все, облегчаем. Так, вот эта вся передача, это вот с двигателя там на задний там, мост, это ни к чему, это все тоже все это выбрасываем. Что остается? Площадка, руль и два колеса. Ну, колеса можно уменьшить, можно и не уменьшать. И вот вы так ногой-то так и поехали. Вот это самокат. Это вот я рассказываю, что означает определять простое через сложное. А вообще-то надо бы идти по-другому. Сначала, чтобы объяснить, что такое самокат, что нужно сделать, объяснить, что такое колесо. Правильно? Это великое открытие, колесо. То тащили волоком, а тут вдруг сделали колесо. У животных есть колесо, хотя ежик может и скатиться с горы. Кубарем, но не колесом. Потому что колесо еще имеет ось. То есть колесо – великое открытие. И если знать, что такое колесо, то уже можно, будешь знать, что такое два колеса. А что такое там доска, соединяющая там два колеса, или оси, соединяющие через какую-то доска, которая выходит на оси. Вот есть две оси, и они прикрепятся в эту доску, и еще вертикально надо поставить, да ручки сделать. Вот и самокат. Вот это хорошее определение самоката. А то, что я вам через Lexus определял, хотите, через джип определю. Точно так же пилить надо будет. Поэтому товар – это, вот если брать исторически, то это выглядит примерно так. Сейчас я вам буду рассказывать исторически, еще не строгое определение. Вот гулял я по лесу, встретил там яблоню. Но дичку. А бывает, дичок попробуешь, такие красивые ялочки попробуешь, невозможно есть. Кислый, кисло-горький. А тут попробовал, ну просто сахар. Бывает и такое, да? И вот я набрал этих яблок, еле несу. Не знаю, что вы рассыпаете, думаю, поднимать нельзя, потеряю остальные. А вы корзину сплели. Да так у вас ловко получалось, что вы уже две корзины несете. Навстречу, на опушке я вас встречаю. И тут я, а и так вы на меня посмотрели, и так вам яблочко захотелось. А я как дурак с этими яблоками стою, сейчас я их вообще не донесу, куда-нибудь в грязь высыплю. И я смотрю на эту вашу корзину вторую, думаю, зачем вам вторая корзина? И я вам говорю, девушка, а не поменяем ли мы с вами? Я вам вот яблоки, а вы мне корзину. А вы с удовольствием так раз, я вам яблоко, раз, полную корзину, а вы мне корзину, и остальную часть тоже в корзину. И у вас корзина с яблоками, и у меня с корзиной. И вам хорошо, и мне хорошо. Я, между прочим, когда рвал яблоки, я вас не думал. И не предполагал, что встречу. А вы, тем более, не предполагали, что вот явится, значит, гражданин из леса, вот из леса несет яблоки. Это нечастый случай, да? И что получилось? Вы яблоки рвали, яблоки рвал не для вас, а вы корзину плели не для меня, а вы взяли и передали мне свои корзины, а я взял и передал свои яблоки. Но вы мне передали корзину не из любви к искусству и не потому, что вам я понравился, а потому, что вам яблочко захотелось. Вы условно передали, то есть вы даете мне корзину при условии, что я вам дам яблоки. Вы свободный человек, я же не могу вас заставить. У меня руки заняты, ни ножа у меня нет, ничего, ни палки, ни бревна, я ничего не могу сделать. Только разговаривать могу. А языком что заставишь, как? Вот. А вы тоже вовсе не для меня делали и не думали ни о какой корзине, но вот вы посмотрели и говорит, ну если вы отдадите корзину, то я яблоко могу вам дать половину. То есть отдадите корзину, если я вам отдам половину яблок. Под условием. И вот это
взаимная и взаимообусловленная передача принадлежащих двум субъектам продуктов называется обменом. Вот ваш товарищ староста был близок там, он подошел на гору, почти забрался и у самой вершины остановился. Дескать, ну а дальше, говорит Михаил Васильевич, вы уже, да, я уже вам главную идею кинул, а вы там дорабатываете ее. Ну это правильно, как все крупные ученые там, и там весь мелкие там профессора пускай доделывают уже, что сделали молодые перспективные студенты. Значит, обмен – это взаимная и взаимообусловленная передача принадлежащих двум субъектам продуктов. Я хочу сказать, что несмотря на то, что слово «обмен» всем знакомо и известно, я нигде не мог найти определение, я вот это сформулировал определение сам и проверил, что подходят ли они ко всем случаям обмена. Подходит. Ко всем случаям обмена оно подходит. Вот. Значит, я не страдайте, я сейчас повторю. Повторение мать учения. Обмен – это взаимное. Взаимное. И вы, и я обязательно взаимные, а не односторонние. И взаимообусловленные. Видите разницу между взаимностью и взаимообусловленностью? Вот, допустим, я вам на 1 мая подарил подарок, а вы мне на 7 ноября. Тут взаимность есть, а взаимообусловленности нет. А если я такой хитрый, что я специально вам на 1 мая подарил, вам станет неудобно, и вы мне тогда подарите на 7 ноября. Ну, для этого я его так, сами, уже не простой подарок подарил. Это уже обусловленность появляется. Так вот, обмен – это взаимная и взаимообусловленная передача принадлежащих двум субъектам продуктов. Потому что если вдруг окажется, что яблоки ее, потому что лес ее, и корзины ее, потому что для нее делали, то весь, вся эта наша операция никаким обменом не является. Это она нам сказала. Или мы по ее воле. Она сейчас увидит, она говорит, отсыпьте обратно яблоки и корзины обратно освободите. Я сейчас вызову людей, они сначала яблоки и корзины заберут, и вас заберут. И никакого обмена. То есть для того, чтобы это был обмен, надо, чтобы это было что-то принадлежащее субъекту. А если вы пытаетесь передавать то, что вам не принадлежит, это не обмен. Вот вы можете с правой руку в левую руку переложить и на взаимно. Это будет обмен? Нет, это все мое. Поэтому в условиях социализма, когда общественная собственность, когда все принадлежит обществу, никакого обмена нет, продукт, нет обмена. Раз нет обмена, нет и того, что является товаром. Это сразу следует. Люди, которые этого не знают, они рассуждают про товарное производство при социализме. То есть они не знают элементарных вещей. Их много. И книжек, ну, забито этой ерундой. Причем ерунда начинается с того, что люди не знают простейших понятий. Поэтому они ошиблись уже в корне. Но если вы в корне ошиблись, дальше это развитие ошибки идет. А дальше, говорит, называется... Мы, говорит, идем на рынок. А вы хоть рынок знаете, что такое? Я многих встречал, говорит, пойду на рынок. А ты знаешь, что такое рынок? Нет, не знаю. Может, вы пойдете зарезать, людей хотите. Ну, людей не зарезали, но целую страну зарезали. А потому что не знали, куда пошли. А рынок что такое? Кто скажет? Ну, это мы успеем к этому прийти. Это сложно понять. Давайте мы по пути, по дорожке. Значит, вот после того, как я вот такое определение сформулировал, вот вы сейчас его записали, сформулировал я, как вот делается определение, чтобы оно подходило для того, что является обменом. Вы же его знаете, в чем оно состоит, надо только выразить. Полез я в энциклопедический словарь, советский энциклопедический словарь большой, а там написано совсем другое. Взаимное отчуждение продукт труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Можете второе записать определение. Оно абсолютно тождественно первому. Сейчас мы это установим. А формулировка совершенно вроде по форме другая, правда? Взаимное отчуждение. Я мучился, думал, как определить. Вот примерно так, как вот я вам задаю, я сам себе задал и пытался ответить. А тут, значит, я полез, раз, и ответ есть. Взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Ну, смотрите, что такое отчуждение? То, что было моим, стало не моим. Правильно?
Корзина была ваша, стала моя. Было ваше, стало наше. Это отчуждение. Взаимное отчуждение. Не то, что вы пришли и увидели меня, говорят, отдавайте яблоки. Иначе придут мои знакомые, большие люди с этим, с оружием, и отберут. То есть не такое отчуждение насильственное, а взаимное отчуждение. Я вам, вы мне. Но еще тут нет никакой обусловленности. На основе свободного договора или соглашения. Я вам отдам, если вы мне отдадите, а вы мне отдадите, если я вам отдам. Вы договорились с вами? А если бы не договорились, ну и пошел бы я со своими яблоками, а вы пошли бы со своими корзинами. Вы бы сказали, нет, мне нужно в два раза больше яблок. Я говорю, ну в два раза больше я и принести не могу. Как я могу принести? Дайте мне корзину, я пойду в два раза больше наберу. А так я не могу. И так мы поговорили, поговорили, я пошел. Потому что только на основе свободного договора. То есть обмен такое отношение, которое вообще нас не связывает на самом деле. Ты мне, я тебе. Вот я от вас получил, вы от меня получили, до свидания. Больше я знать вас не знаю. И вообще вы мне никто. Почему говорится отчуждение? Мы вам совершенно люди ни с чем не связаны. То есть самый простой, в этом смысле капитализм, самое простое устройство имеет. Основа его. Он построен на вот этом обмене. Поэтому он разрушиться не может. Кто боится, что разрушится капитализм, не бойтесь, все будет хорошо. Социализм может разрушиться. Но это как человек может вот разрушиться. Если мы с вами разрушимся, то земля пополнится двумя телами, с ней будет все в порядке. Это с нами будет не в порядке, а с землей будет все хорошо. Не расстраивайте. Потом это будет не скоро, чего там об этом говорить, о грустном. Взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности, ну собственность это мое, а это ее. На основе свободного договора или соглашения. Понятно, что такое обмен? Вот теперь понятно? Понятно. Вот теперь понятно. Теперь товаром называется продукт, перешедший в потребление через обмен. Вот когда я рвал яблоки, я производил товар или нет? Да или нет? Да. Пистолеты вот нам не выдают. Я подходил бы, спрашивал так. Отвечайте. Ну? Пых-пих-пах. Так, количество этих претендентов на экзамен резко сокращайте. Так, нам не выдают. Говорят, вы как хотите, вот вы должны как-то словом. Это наши люди, они граждане, полноценные вполне, взрослые. Просто вы такой старый, они вполне зрелые люди. Так что такое товар? А, значит, вот этот... Я товар производил или нет, когда я рвал яблоки? Нет, конечно. Откуда я знал, что мне встретится девушка с корзинами? Значит, девушка с персиками, вот, это девушка с корзинами. Я не знал этого. А она, когда плела корзину, прямо она плела, чтобы, когда меня встретит, чтобы я ей туда яблоки насыпал. Она знать меня не знала, и сейчас она не знает. После того, как мы с ней расстались, она пошла в одну сторону, я в другую, больше никогда не встретились, и все. То есть она тоже ничего не производила для. Она просто... производила корзины их для личного потребления, правильно? И я производил яблоки для себя, ну или для там, своих там, родственников, для знакомых. Как кого увижу из знакомых, сразу говорю, возьми яблочко, потому что мне уже не в обгату держать. Это мне, как бы мне все помогают. Но фактически что произошло? Вот теперь вы, вот эта девушка кушает яблоки, перешедшие ей через обмен. Она их не создавала. Она получила через обмен. Вот продукт, перешедший в потребление через обмен, является товаром. Вот это на всю жизнь запомнить. Это самое простое определение. Там проще уже нету. Нету проще. Обмен вы определили, а вот теперь продукт, перешедший в потребление через обмен, это товар. А корзина как ко мне досталась? Я что, корзину сплел? Я что, умею плести корзину? Я и раньше не умел, и сейчас не умею. А пользуясь, вот как люди вот сидят, вы когда-нибудь телефон такой можете сделать, нет? Мне сделайте такой телефон, я тоже такой хочу. А вы умеете это? Так я так тоже могу. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Одни, значит, умеют делать телефон, а мы можем тык-тык-тык-тык-тык-тык. Но мы, некоторые люди так, вот они, у них телефон, планшет, камеры, так сказать, дескать, они все могут. Так и все могут только вместе с другими людьми, с которыми у них никаких отношений. Вы же не знаете, кто их делал. Вы видели тех, кто делал телефон? Никогда. И не увидите никогда.
а телефоном пользуетесь. Он к вам перешел, потребление через обмен. Но лиха беда начала. Вот и это интересная идея. Говорит, слушай, а если я еще сделаю корзину и постою его на опушке? А глядишь, там еще объявится. Или он, или еще кто-нибудь. Там же, наверное, гуляет по лесу ноги. В лес она не рискует заходить. Черт его знает, этот лес. А вот так на опушечке, где светло, хорошо, тепло. И вот то один оттуда понесет, другой. Она сидит тут с корзинами. Книжечку читает на околойке Гегеля. Как раз нету никого, так ей никто и не мешает. А есть, она, значит, сразу раз корзиночка. Как вам корзиночка не нужна, небось, вам тяжело нести. Это вы уже произвели корзины для обмена. Вот я хочу сказать, вот первое определение было слабое. Слабое в каком смысле? Слабое в том смысле, что это вот начало, так сказать, всякого. Это самое простое определение. А сильное определение, когда уже начинается прямо производство для обмена, то есть она посредственно производством, вот тогда это уже товар в сильном определении. Товар – это продукт, производимый для обмена. То есть вы ее с самого начала уже готовили как товар. Ничем эти корзинки не отличаются. Что вот первые две, которые она произвела, что вот эти третьи и четвертые. Но третьи и четвертые производились как товар. Про первые две я думал, а что я туда положу? Сюда я это положу, там то, капусту. Кочаны, сюда я положу грибы, когда в лес пойду. А в это, он говорит, это нет, это я продаю, это для, это... Про них говорят, сам бы ел, да деньги надо. Это про меня уже, я яблоки делаю. Я не собираюсь их есть, я это яблоки рвал, думаю, вас встречу, я вам раз опять толкну яблоки, а вы мне корзину. То есть и я уже произвожу, ру яблоки для, не для себя, не для потребления, а для обмена. И отсюда вот вас угощает... Продавщица пирожками говорит, сам бы ел, да деньги надо. Чего ты не ешь сама-то? А поскольку не я буду есть, я могу эти пирожки туда что-нибудь такое поставить, заложить, чтобы больше пирожков сделать, тоже получить. И вы видите, что очень много из того, что мы получаем, поскольку оно произведено как товар, содержит в себе то, что лучше не есть. Ну я-то и не собираюсь есть. Я вот вам продал, а сам пойду сделаю себе кашу и съем. А то, что у вас этот живот будет болеть, ну это же не мой живот. Это. А потом, вы свободные люди. Слышали определение? На основе свободного торговля, да не покупайте, не нравится, не покупайте. Другие придут, дураки, купят. Ну так рассуждать, посмотрите, они смотрят на нас. А вы-то, говорит, сами это едите? Да нет, сам-то я, конечно, это не ем. Что, идиот такой есть? А чего вы этих кормите? Так мне деньги нужны. Деньги надо. Но про деньги мы еще ничего не знаем с вами, правильно? Мы знаем только про товары. Товар – это продукт, производимый для обмена. Вот все мы знаем. Смотрите, как мы же знаем основу. Так, забегая вперед, можно сказать, что всеобщее товарное хозяйство, когда все производится как товар, это что? Вот когда все производится как товар, это что? Всеобщее товарное хозяйство. Все. Рынок? А? Рынок? Нет. Всеобщее товарное хозяйство – это капитализм. А почему капитализм? А потому что и рабочая сила тоже стала товаром. Вот у вас есть способность к труду? Есть? Вы свободная женщина? Продайте свою способность к труду. Можете продать, можете не продать. Особенно, если все заводы и фабрики у меня, а вы совершенно свободны, у вас ничего нет. Ни хлеба, ни мяса, ни молока, ни круп. Вы походите, станете еще стройнее и пойдете и скажете, Михаил Васильевич, а нет ли у вас какой работы? Вы знаете, у меня так плохо с работой. Ну, с работой еще найду, вот с зарплатой очень плохо. Я только мало могу заплатить. Вы идите, ищите. И еще в других местах. А другим я сказал, если она вот будет приходить, вот если вы меньше предложите, то есть большую зарплату и будете сватать, мы с вами не друзья. Вот у нас есть вот эти ребята двое, мы с вами тут разберемся. Ну вы походили. Приходите, да ладно, Михаил Васильевич, мы же с вами вместе тут на лекциях сидели в университете. Ладно, я буду у вас работать. И работаете. И вот. И продали вы свою рабочую силу. Единственное, что вы, я думаю, не знаете, что такое рабочая сила. Может, знаете? Сейчас я спрошу. А рабочая сила – это что?
И вы не знаете, что такое рабочая сила, не знаете, что такое продали. Поэтому у нас еще недоговоренность какая-то есть. Рабочая сила что такое? Кто знает, что такое рабочая сила? Нет, вы можете сказать, мы студенты, а вы лектор, вы рассказываете. Так я и рассказываю, только я сначала спрашиваю, думаю, зачем я буду рассказывать, если люди знают. Думаю, я буду им рассказывать, а они мне скажут, ну что вы нам такое рассказываете? Что вы, мы лохи, что ли, что вы нам рассказываете? А то один летит в самолете, ему объявляют, Баден-Баден. А он говорит, а что два раза-то? Что мы лохи? Объявили один раз, и все. А город называется Баден-Баден. Так и я не хочу быть в положении, что мне скажут, ну что вы рассказываете, что такое рабочая сила? Мы это прекрасно знаем. Вот пришел человек, знает, что такое рабочая сила. Что такое рабочая сила? Все уже тут ответили, только вы не ответили. Да. Маленькие хитрости. Я знаю, что у меня есть. Рабочая сила, она есть. А, красавица, видишь, это, знаете ли, ну что, все, с нее уже взятки гладкие. Видите, она пришла в красном, говорит, что меня не спросите, я всегда буду в шоколаде. Красота. Так, ну еще кто-нибудь может сказать? Тогда можно я скажу? Рабочая сила. Это, если очень коротко, способность к труду. Есть тут нетрудоспособные? Есть кто-нибудь? Нету. У каждого есть способность к труду. Ну, опять загвоздка. Надо знать, что такое труд. Что такое труд, мы с вами изучали. Да? Поэтому я на этом не останавливаюсь. Способность к труду. А полное определение, Марс, которое давал, так звучит, что это совокупность физических и духовных потенций. Совокупность, рабочая сила – это совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются каждый раз в ход при производстве материальных благ. Рабочая сила – это совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются каждый раз в ход при производстве материальных благ. Посмотрите на меня. У меня есть рабочая сила? Я сейчас пускаю в ход свою рабочую силу? Да или нет? Что, да, я что, материальное благо произвожу? Что, у меня тут эти рябчики жареные вылетают изо рта? Ну, я вообще-то не вылетаю, но вам кажется, что вылетает, я рад. Какие я материальные блага произвожу? Я воздух сотрясаю, передаю вам информацию, вообще стараюсь знания передавать. Если информация может быть и такая, 3.16, 28, 43, все записали? Это информация? Как нет? Информация это упорядоченность и больше ничего. А вот знание это совсем другое. Я могу 2 часа. Информировать, вот мы можем информировать друг друга, туда-сюда, косточки обмывать вам, вот вы не знаете того, вы того, мы хорошие, вы плохие. Это будет информация. А знание будет при этом, знаний мало, информации очень много. Так много информации, сейчас век информации. Это, в общем, можно рассматривать, как век болтовни. Все, о том говорят. Как начинаешь спрашивать, никто ничего не знает. Вот я, например, в таком положении, я же вас спрашиваю, вот вы поставьте себя на свое место. Я прихожу, какое-то я попал в племя, ничего не спрошу, никто не знает, обмен не знает, товар не знает, рабочая сила не знает, но труд уже знает, мы уже там проработали. Поэтому мы должны из этого положения выходить. А как мы выходим? Так и выходим, что мы постепенно набираем это, и все, и получаем знания. Так вот. Я не создаю сейчас материал. Если мне дадут лопату, скажут, Михаил Васильевич, хватит разговаривать. Вот лопата, нужно срочно вскопать там во дворе. Потому что иначе вот... Ну, я скажу, ну, а что там меня одного-то? Да? Ну, возьмите еще и парочку студентов, мы втроем. Я, конечно, буду стараться, дескать, вы копайте, я буду руководить. Нет, они скажут, вы сами копайте. Вот когда я сам буду копать, вот это будет пускание в ход моих способностей к производству материальных благ. Посуду могу помыть, пол подмести. Что надо еще? Я много чего могу. Могу включить стиральную машину и стоять, как она, смотреть как. Потом могу достать и развесить. Дети у меня, когда были маленькие, я пеленки выжимал. Потом как-то мне сказали это. На улице тогда было, проверяли жим. Я подхожу, давайте, деньги брали.
такой аттракцион был. Я раз, то смотрит на меня так, думает, ого-го. Ну, потому что я же каждый день там выжимал. Ясное дело, у меня там было необычно. Вот, так что у меня тоже есть способность к труду. Но в данном случае, я никаких материальных благ не произвожу. Будем считать, что духовные вроде бы как я воспроизвожу. То есть я передаю вам знания. А знание – это сила. Можно сказать, я вам силу передаю. Но какую? Идейную. Потому что идея, когда она овладевает массами, становится материальной силой. А когда не овладевает, не становится. Ну какие массы, когда мы раз, два и три, не знаем. Значит, надо, чтобы хоть какое-то количество знал. Понятно, что такое рабочая сила? Это проверка была. Вот насчет собственности тоже я хочу проверку произвести. Вот на кого напасть? Вот на вас нападу. Собственность у вас есть на собственную голову вашу? Есть. Зачем вам категория собственности для вашей головы? Она и так ваша. Никто ее не отнимал, не отделял от тела. Вот когда отделена голова от тела, тогда встает вопрос, чья голова? Представьте на месте работников МВД, гаишников, которые приехали на место ДТП, и вот там на поребрике лежит голова. Чья голова? И начинается выяснение. Ведь собственность – это отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. У вас голова – это субъективные условия производства или объективные? Субъективные. Это под определение собственности не подпадает. Не нужна это. Для руки не нужна. А вот это насчет ручки. Вот телефон. Как вы докажете, что это ваш телефон? Он природным образом, он даже больше природным образом как бы со мной сращен. Согласитесь, да, как-то он мне идет. Вот здесь черный. У вас тоже, правда, черный. Не можете вы переодеться во что-нибудь другое, чтобы было вот как-то мне бы подходило, а вам бы нет. То есть он не может быть моим природным образом. Он моим может быть только общественным. Мы сейчас очень просто делаем. Вот студенты, им предстоит сдавать экзамен. Сейчас я их спрошу, чей это телефон? А я скажу, ну правда же это мой телефон? Ну какая у них солидарность вообще, даже противно даже. Не хотят говорить, что мой. Ну ладно, тогда придется отдать. А если бы сказали, что мой, и никто бы не доказал никогда, что это ваш, пишите его ректору, что у меня хотели. Начали опрашивать, пришли, а все говорят, нет, это Михаил Васильевич, мы видели, он все время с ним ходит, и все. Так, значит, рабочая сила, знаем, что такое? Знаем. Товар, знаем, что такое? Сил, знаем. Вот. Значит, если всеобщее товарное хозяйство, всеобщее товарное производство, то и рабочая сила становится товаром. Все товар, все. И рабочая сила, даже товар. Потому что уже еще при крепостничестве рабочая сила не товар, покупает целиком. Вот если мне нужна ваша рабочая сила, я вас покупаю, да и все. Вот эту крестьянку мне заверните, пожалуйста, и все. И нет вопросов. Вот это уже собственность будет. Вы-то вообще-то природным образом-то не моя. Но если вы крестьянка крепостная, а я помещик и с деньгами, то вот это не ваша крестьянка. Продайте мне эту вот крестьянку. Не продаете, да? Ну, жадина. Так, кто продает? Ой, у вас есть какая-нибудь крестьянка в продаже? Нет? Да, вот. Есть, вот это, продайте мне. Она как раз в корзинке плетет. Пусть она плетет без всякой это, без. А то она, видишь, мне норовит. И я ей яблоки должен принести. А так она будет плести 4 дня в неделю в корзинке, а 3 дня она там где-то работает, чтобы хлеб себе пропитание добыть. И все. Зачем это все? Вот так получается. Это ручка. Так, это мы разобрались, что такое. Вот это капитализм. Почему капитализм? Потому что капитализм, определение капитализма даю. Его тоже мало кто знает. Как вообще все определения? Мало кто знает. Это не просто общество плохое или неплохое. Кому нравится, кому не нравится. Вот если я капиталист, мне нравится. А если вы капиталист, мне не нравится. Если я на вас работаю, чего хорошего-то на вас работать? Он же нас загонит вообще, заэксплуатирует. Так. Капитализм – это всеобщее товарное хозяйство. Что значит всеобщее? То есть такое товарное хозяйство, когда и рабочая сила, в котором и рабочая сила тоже является товаром. Вот если настолько оно уже развилось, это товарное хозяйство, товарное производство, что оно даже рабочую силу превратило, и как бы ее, то, что природным образом с вами соединено, даже он никогда про собственность на рабочую силу Маркс не говорит. То есть вам приходится ее продавать, а из-за того, что она, рабочая сила, от вас не отсоединена, вы можете ее продать только на какое-то время, правильно?
То есть на 8 часов или при царе на 11 с половиной часов. Вот 8 часов вы продали свою рабочую силу, все. Вот вы пришли ко мне на предприятие. Кто тут будет определять, что вы делаете, вы или я? Я. Вот я все и решаю. У нас дисциплина, порядок, вот что, не нравится? Счастливый путь. Так, вон там, видите, сколько за вами гастарбайтеров сидит? Вот. Вот все, если что, они за полцены будут работать, не покладая. Так что вы не надо там дергаться, никаких профсоюзов, чтобы тут не было. Узнаю, сразу уволю. То есть как, перестану вам платить, и все. У нас будет расторгнут договор. Купли-продажи вашей рабочей силы. Нам, для того, чтобы нам рассказать, что такое зарплата, нам все равно мало категорий. Нам еще надо узнать, что такое, вот у нас товарищ говорил, что такое продажа. Ну, наверное, вы понимаете, что без денег продажи не может быть. Ну, а что вы умалчиваете про деньги? Скажите нам, что такое деньги. Наверное, у вас много денег. Говорят, вот рассказывают, что у студентов денег много, потому что если бы у них было мало денег, они бы не прожили. Потому что надо иметь какие-то деньги, немыслимые запасы, потому что точно на стипендии не проживешь. Что такое деньги? Может, вы воруете у кого-то все время? Вот как вот вы можете здесь сидеть при такой стипендии? Вот я рассчитывал, там, вот больше недели вы не должны прожить, а вы каждый раз приходите. Прихожу, опять сидит. Что вы делаете такое? Я побаиваюсь уже здесь что-нибудь оставлять. Сейчас проверяю вечно. Выхожу с лекции, думаю. Это же такие есть артисты. Заходишь, были деньги, выходишь, нету. И как они умудряются, как фокусники они же, так быстро делают все. Так просто мимо пройдут, а потом ты смотришь, чего-то нет. Так деньги, что такое? Всеобщий эквивалент. Всеобщий эквивалент. Мы же знаем, что такое обмен, способ. Это частичное, Эквивалент чего? Обмен. Всеобщий эквивалент. Вот, эквивалент обмена. А это товар или не товар? Сейчас деньги стали товаром. А? Сейчас будут товаром. Не понял. Ведь есть биржи, соответственно... Деньги – это товар или не товар? Вы мне ответите, кто сказал? Правильно. Деньги – это товар. А то какой-то эквивалент, вы что-то с безменом ходите или еще? Каким эквивалентом? Что за эквивалент? Деньги – это, во-первых, товар. Раз. А вот, во-вторых, такой товар, который обладает свойством всеобщей обмениваемости. Все его охотно берут. Когда он нам даже не нужен, потому что он может служить эквивалентом, раз они охотно берут. Я у вас взял, если мне не нужно, я скажу, возьмите вот этот у меня товар, вы с удовольствием берете и даете мне что-то другое. Вот если он таким свойством обладает, тогда это деньги. Поэтому в качестве денег изначально, вот представьте, я вот сейчас прихожу на следующий раз на лекцию, а у меня здесь пушка, эти песцов, шкурки так на поясе. Вот тебе телефон как раз. Так, и вот мне тут ваше такое, это красное такое понравилось, эта штучка. Давайте я вам писца, а вы мне писец, вот так пойдет, значит, вот так раз, так сюда, и будет даже и не хуже. Что, на писца не хотите сменять? Ну и не сменять ее, с писцами мы тут без вас обойдемся. Вот пиццачок у вас хороший, вот, два писца даю. Ну, если не, три писца даю, вот за три отдаст. Она за три песца купит себе четыре таких пиджачка. Так и было в России. А потом она, куда она будет идти? И что вы будете делать с четырьмя песцами? Так, на первого песца она купит себе вот столько сахара, на второй столько чая, а на еще на два хлеб и масло. И будет себе пить чай с хлеб с маслом, и ее вообще не уничтожит Министерство образования и науки Российской Федерации со всей своей стипендией такой. Сокращенно Минобразин. Так, значит, деньги – это товар-эквивалент. Товар-эквивалент. Теперь я лезу в кошелек и достаю. Не скажу, что достаю. Что это? Что это? Купюра. 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 Банковский билет. Билет Банка России. Да, вот написано «Билет Банка России». Билет это. Билет. Это товар? Ну, товар. Билеты в кино. Да ладно. Это видно, что вы не моя студентка, не знаете. Они, правда, тоже не знают, но они мои студенты. Они молчат все время.
Ну и что, они не выдают, потому что вы потом начнете другим рассказывать без бесплатно. А у нас есть и платные формы здесь. А у нас есть и платные формы, да. Так, значит, вот билет. По этому билету я могу и получить, ну, чтобы настоящий товар-то... Вот он же порвется, этот билет, и черт с ним. Правильно? Потому что если он даже порвется пополам, номер остался, его в Сбербанке поменяют. То есть это служит для того, чтобы он ходил, а вот, скажем, золотая монета или какая-то настоящая монета, которая является товаром, чтобы она не портилась. Раньше хождение имели там золотые слитки или отрубленные куски серебра. Что такое? Если отрубить от серебра кусок, что получится? Рубль получится. Рубишь, получается рубль. Так я вот знаю, что мимо вас, когда вот вы в руках подержите этот рубль, вы прежде чем ему передать, от него откусите обязательно кусок себе. И он, кстати, откусит. А вот уже до него дойдет уже с двумя этими огрызками. Поэтому лучше вам дать билеты бумажные, пусть они ходят. Вы, пожалуйста, откусывайте. Можете их так вот понюхать, полизать. Поэтому это что? Это представитель товаров. Представитель. Всеобщих эквивалентов, а эквивалентом всеобщим не является. Бумага это что? Подумаешь, цифру напечатать. Можно 10, можно 50, можно 100, можно 5000 напечатать. Примерно одинаковые затраты нужны на это. Они от этого лучше. Их функции только ограничены. Вы отличаете их президента Путина и министра иностранных дел Лаврова. Вот министр Лавров, полномочный представитель нашей страны. Он что, президент? Нет. Но это представитель денег. Ну, не деньги. Написано «билеты». Чего вы нам тут пытаетесь спутать все? «Билеты» написано. Правильно сказали, потом начинаете портить. Значит, какие еще бывали эквиваленты? Вот, когда начали молоть зерно и делать муку, в качестве такого эквивалента, который все с удовольствием берут, были мельничные жернова. Их изготовить непросто. Дефицит страшный. Ну, правда, в кошелек как-то закладывать их не очень здорово. Ну, вот, к примеру, я у вас... Вы мне продали это, все-таки я вас убедил, эту вот штуку. Потому что вот вы это, не позарились на пушных, на зверьков, на пушнину. А вот когда я вам предложил вот такой мельничный жернов, а вы знаете, будет молоть, а будет хлебушек. А у вас только зерно в мешках. И что, вы грызете это зерно и смотрите жалобно на этот вот, а у меня этот вот зерно. Вы с ним прикатите, вам везде смелят, поставите его, и хорошую муку делает. И, короче говоря, я вам толкнул этот мельничный жернов, а вы мне свою вот накидочку хорошую красненькую. И я пошел, я ее на древко и со знаменем хожу. Я знал, для чего прошу. Ну вот. Вы, может быть, это революция, там, свобода на баррикадах, а я, значит, поднимающий знамя, знаете, там. Ну вот. Ну как, что я, как я вам ее передал? Да очень просто. Там была ваша фамилия написана, я ее стер, и после... Вернее, моя была написана фамилия. Вы ее стерли и написали свою. А так она как вот стояла здесь. Ну что, вы катить будете к себе? Когда надо будет, телегу прикатите, там, мужиков соберете, пусть поднимут, привезут мельницей. А так, а пусть стоит. Может, его снова продадите. Мало ли вам что-то понадобится. Это всегда мельничный жернов всегда пойдет. Вот он был деньгами. Деньги – это товар всеобщей эквивалента. Потом оказалось, что удобнее вообще-то какой-нибудь металл, типа меди, когда умели ее уплавлять. А потом, думаю, там вместо меди, если брать золото, еще меньше надо объеме. А за него много дают. Правильно? При обмене одно и то же количество золота это гораздо меньше, чем соответствующее количество, скажем, серебра. Ну, серебро использовалось. И сейчас что у нас в качестве денег используется? В качестве товара эквивалента. Золото, серебро, ну и платина. В общем-то и все. Причем платина еще дороже. Поэтому лежит вам, если нужно уж так золото купить, идите в банк и купите. Только не приходите со своей стипендией, ничего вы не купите никакой. Даже если нужно купить золотую монету, они тоже продаются, такие сувенирные золотые монеты, но золотые, то все равно вас потом, если будут
вам придется ее покупать, бумажки эти получать. Все уже привыкли к этим бумажкам, представителям денег, и поэтому вам нужно кофе выпить или пирожок купить, а у вас золото. Вот представьте, со слитком придете, в автобусе говорят, платите за проезд, а вы так раз из сумочки слиток золотой. Я говорю, а сдача у вас есть? У Паустовского есть рассказ про то, как один все время доставал крупную купюру утром, а сдачи никогда не было. И он сюда проезжал бесплатно. Никаких карточек. Ну, говорит, а что я могу делать? Нет у вас сдачи. А поскольку он про себя рассказывал, говорит, и вот однажды это затаила злость на него, кондукторша, и она однажды взяла в этом у себя в кассе на работе сдачу под расчет на один день. И вот он заходит, опять раз, она ему раз сдачу, это вот цап, и больше она никогда его не видела. Все на этом закончилось. Но денежки она отнесла обратно. Так, понятно, что такое деньги? Не просто эквивалент. Мало ли какие бывают эквиваленты чего. Эквиваленты веса, килограмм, это тоже эквивалент. Ничего там. Эквиваленты роста, это метр, да? Ну, что я сказал? Ну, если правильно то, что вы сказали, но это не определение денег. А деньги – это товар-эквивалент. Товар, обладающий свойством всеобщей обмениваемости. Товар-эквивалент. А вот теперь вы скажете уже, я думаю, безошибочно. Если я обмениваю товар на деньги, что я делаю? Товар? Продаю. Значит, продажа – это обмен товара на деньги. Правильно? То есть на другой товар, на только обычного товара, на товар эквивалент. Все равно это обмен товаров идет. Продажа – это обмен товара на деньги. А теперь обмен денег на товары как называется? Тут тоже все скажут. Как? Купля. Купля. Или покупка. Купля. А скажите, пожалуйста, как называется то место или та сфера, в которой совершаются акты продажи и покупки, и купли. Как называется? Рынок. Вот. Вот. Вот мы пришли. Вот. Видите как? То есть, как вот приходишь к сложному? Так-так-так-так-так-так-так, и все. Вот он, рынок. Видите, как она сказала? Ей ни почем это такие вопросы. Ну, когда ни почем? Когда вся предварительная работа сделана. Ну, это с вас же началось, вы там уже начали о продаже говорить, так. Ну, как бы гениальное такое прозрение, но только не до конца прозрели. Ну так, в целом мы разобрались. Значит, что мы знаем теперь? Что такое обмен? Что такое товар? Что такое деньги? Что такое купля? Что такое продажа? Что такое рынок? Что такое рабочая сила? И вот если я рабочую силу продаю как товар, то я его продаю ведь по какой-то цене, правда? Продаю по какой-то цене. А что такое цена рабочей силы? Заработная плата. О, голова. Чувствуете? Вот теперь вы знаете, что такое заработная плата? Цена... Вы так ведь и думали, да? В принципе, так ведь и думали. Ну, ясное дело, когда это все составные вот категории, которые нужно иметь в виду для того, чтобы понять это, все выяснены, то тогда совершенно выяснено, что такое зарплата. Вот теперь давайте ответим на такой для конфликтологов очень важный вопрос. Мы же занимаемся социально-трудовыми конфликтами, да? Вот приходит, представим себе, что мы с вами на заводе, я представитель работодателя. У нас сейчас собрание. Вот. И вот вы у меня спрашиваете, Михаил Васильевич, а когда будет повышена зарплата? А я вам предлагаю самим подумать. Вы что такое зарплата знаете? Вы обучались в университете? Что зарплата знаете? Это что, цена рабочей силы. А я кто такой? Вот если я работодатель, кто такой у вас? Он что, он продавец зарплаты или покупатель? Покупатель рабочей силы. Я кто? Я вашу рабочую силу купил, а вы продали. Так я кто? Продавец или покупатель? Я покупатель вашей рабочей силы. Так, вы видели таких когда-нибудь продавцов,
которые бы повышали цену товара, который покупает. Вы знаете, хоть у меня есть один знакомый какой-нибудь продавец, который вот в голову ему пришло, что он повысит цену того, что он покупает. Вот вы приходите, вот сейчас я пойду, вот спускаюсь, вот сейчас, может, хотите, со свидетелем пойдем сейчас в буфет. Сейчас пойду, скажу, сколько у вас пирожок? Они говорят, 20 рублей, за 40 беру. Они говорят, это не историк, это философ. Так, и руку, и рукой так покажут. Так, а, говорю, вот этот компот, 30 рублей, за 70 беру. Ну, а мы-то думали, что это в желтый цвет окрашивает весь дом? Желтый дом-то почему? Вы видели таких идиотов, я вам так прямо на собрании, покупателей, которые бы повышали цену на то, сами повышали цену на то, что покупать? Вы таких идиотов знаете? Но если вы знаете, то я не такой. Может, у вас и есть такие знакомые? Ну, согласитесь, что это вообще тут приходит и говорит, вы, а когда, говорит, будет повышена цена на то, что я покупаю? Я что, сумасшедший, что ли? Ну, если я, например, директор, а у меня еще есть собственник, собственник меня тут же и выгонит. Вы же понимаете, я на работе. Директор, собственник там сидит, он говорит, ты что там с этими беседуешь-то? Это же вот они свою рабочую силу продали, что с ними беседовать? Ничего с ними беседовать, беседовать не в рабочее время. Ответ на вопрос, когда повысят заработную плату? Вас спросят, товарищи, вы из университета, когда повысят заработную плату? Отдайте ответ народу. А? Вот, правильный ответ, никогда. Можно вопрос? Вот по аукциону, там же повышается цена на товар. В аукционах повышается цена на товар самими покупателями? А ничего не повышается, еще нету там этой цены. Она устанавливается в ходе этого дискуссии. Вот цена – это та, по которой продали. А, конечно. Аукцион. Там же этот молоток. Кто? Вы поставили цену. Только вы поставили, она больше дала. Она больше. Ну, мне-то, если я продаю, вы мне больше нравитесь, чем вот эти люди. Это жадные люди. А вы добрые. Давайте. А тут еще более добрая нашлась. Она ей отдал. Ну, так аукцион делается. Вот это и цена. Ну какая? Цена на аукционе, она может быть намного больше. Но это в разовом порядке. Куда? Когда выносят что-нибудь на аукцион? На аукцион это редко. Вот это биржа труда. А на бирже труда вот там продают. Ну и как там цены на бирже труда? Да, да. Протянешь ноги с этих цен. Значит, получается, вот вам, пожалуйста, к вопросу. Значит, а кто вообще должен, а кто цену-то устанавливает, продавец или покупатель? Вы продаете рабочую силу? Чего меня спрашиваете? Это ваша рабочая сила? Ну, чего вы за такие вопросы задаете? Я не понимаю. Я тут при чем? Ваша рабочая сила? Вы продавайте. Вы говорите, я продаю вот за столько, а я вас не покупаю. Идите отсюда. Это мое помещение, а не ваше. А эти остаются и так далее. А эти остаются, и я в них покупаю. Вот, ну, вы можете что сделать? Вы можете, я-то уйду сейчас, перерыв, а вы раз, быстренько собрание. Так, и договаривайтесь, что меньше этому злодею, Михаил Васильевич, меньше, чем за такую цену не продаем. И вот я после перерыва прихожу и говорю, или в следующий раз, говорю, ну, что, как? А вы говорите, а вот так. Меньше, чем за эту сумму я не работаю. Ну, правильно, так? Не продаю свою рабочую силу. Я говорю, ну и мне плевать. Вы пойдете. А вы говорите, я тоже за эту сумму не пойду. Что я? Нашли дурака. Так, а вы? А где я? А вы? И вы? А как же я? И тык, мык. И что? Эдак, так я с горлу погибну. А где моя прибыль? Где что? Так, ну, говорю, давайте поговорим. Да? То есть, конечно, единица, если она выступает в споре за зарплату, как говорил Маяковский, единица 0,1, даже если очень важный, по имени Владимир Ильич Ленин, не поднимет простое пятивершковое бревно, не только что дом пятиэтажный.
Да? Голос единицы тоньше писка. Кто его услышит? Только жена. И то, если не на базаре, а близко. Поэтому, если вы вздумаете, кто-то вздумает, что, дескать, он будет со мной соревноваться по поводу установления цены, да я не буду у него покупать, да и все. Но это все очень хорошо, пока продавцы рабочей силы, а кто продавцы рабочие? Это рабочие. Пока продавцы рабочей силы не объединились. А как называется объединение продавцов рабочей силы одной профессии? Профсоюз. Профессиональный союз. Лучше не сокращать. А то профсоюз вроде как повторяет, а что он профессиональный, забывает. Профессиональный союз. И вот есть такая у Маркса книга называется «Нищета философии» против Прудона. Прудон написал книгу «Философия нищеты». А Маркс ее раскритиковал в книге «Нищета философии». И показал, что сначала рабочие, конфликтуя с капиталистами, начинают бороться за зарплату. А когда они обнаруживают, что успех этой борьбы зависит от их объединения, введенные профессиональные союзы, то они начинают больше ценить право на объединение, больше, чем зарплату. Потому что если они объединились в профсоюз, и профсоюз хороший, на самом деле выполняет эти функции, тогда это выше, чем зарплата. Потому что ты получишь и сегодня хорошую, и завтра, и послезавтра, и в следующем году. А если у вас, да, пожалуйста, а если у вас нет профессионального союза, если вы в него не объединились, все эти разговоры, конфликты по зарплате индивидуальные ни к чему не приведут. И если вы, значит, откроете Трудовой кодекс России и начнете читать про индивидуальные конфликты, ну там есть вот конфликты индивидуальные, например, такого рода, что если вам не выплачивают зарплату, то есть мы договорились, что я купил вашу зарплату. Да, и вы проработали месяц. Приходите ко мне, говорит, Михаил Васильевич, а где зарплата? Я говорю, да у меня тут... Ну, вы понимаете, я острова сейчас покупаю, а вы тут со своей мелкой зарплатой, а у меня крупные такие траты большие. Подождите еще, пока я не закрою свою фирму. Когда вы придете, я уже нет. Так и бывает или нет? Так запросто бывает. Что будете делать? Товарищ конфликтолог, зарплату вам не выплачивают, задерживают зарплату. Как у нас по закону, как должны платить зарплату? То есть уплачивать цену вашей рабочей силы с какой регулярностью? Опять-то вот нету пистолета, черт, нету. Так бы вот направил, вот на него я все время признаю. Вас не трону. Сколько раз в месяц должны выплачивать зарплату? Аванс основной. Видишь, знает. Без пистолета он не говорил. Хоть такой игрушечный вроде, совсем не писать, уже сказал. Два раза, ну правильно, я уже сам могу додуматься, раз аванс основной, два раза в месяц. Не реже, чем раз в 15 дней. Вот наш дорогой университет, в главе которого ректор-юрист, очень строго выполняет. Вот мы зарплату получаем 10-го, половину, и вторую половину 25-го. Каждый месяц, 10 и 25. Это у нас праздничные дни, остальные у нас будничные дни. Два раза. А что гласит Трудовой кодекс? Вот и что мне посоветовать. И вдруг к вам приходят и говорят, товарищ конфликтолог или товарищ конфликтологиня, почти как княгиня, скажите, пожалуйста, что мне делать? Мне уже 3 месяца не выплачивают зарплату. Что вы мне посоветуете? Вот я к вам пришел на консультацию. Что делать? Обратиться в профсоюз. А? Обратиться в профсоюз. Обратилась она в профсоюз. И что вы ей посоветуете? Она к вам обратилась в профсоюз. Что вы посоветуете ей? Вот вы председатель профсоюза. Вас как старосту первым делом и избрали. Сделали профсоюз студенческий по-быстрому. И избрали старосту. Она к вам пришла, а вы... Мудрости также на нее грустно. Ну что ей делать-то? Скажите, пожалуйста. А вы конфликтолог. Логос – это знание, знаете, про все конфликты. Вообще у вас чуть-чуть, третий курс – это вы на выдане. Там еще остался год, и все. А народ замешались и не знает, что делать. Зарплату не платят. Что делать будете? Совет какой-нибудь дадите, нет? Хоть какой-нибудь? Бороться. Бороться. Как бороться? Чего бороться?
Ну, например, путем забастовок, когда, если, допустим, массовая задержка зарплаты, то чаще всего забастовка. Не, ну хорошо, это право есть на забастовку. А что сразу прям забастовку? А вы там не... А вы читали Трудовой кодекс? А что вы не читаете Трудовой кодекс? Ну, это спасибо, что вы меня слушаете. Вообще, Трудовой кодекс, конфликтолог по проблеме социальный трудовой конфликт должен прочитать или нет? Я могу переформулировать свой вопрос. Что написано в Трудовом кодексе по вопросу о том, что делает, когда работнику задерживают зарплату? А если его не читали, вы виноваты. Правильно? Кто виноват? Ну, вот, скажем, я обнаруживаю на экзамене, что вы не прочитали Трудовой кодекс. До свиданица. А как так? Поэтому все хорошее у нас отношения. У нас отношения-то хорошие на том, что я по-хорошему, вы по-хорошему, мы вместе изучаем, та-та-та, а вы не читаете Трудовой кодекс. Потому что Трудовой кодекс излагать, ну это как-то странно. А что я буду излагать? Вы безграмотный человек, крестьянин пришли. Я вам должен прочитать Трудовой кодекс. Ну это как-то странно. Вот эти категории, я думаю, что вы долго бы до них добирались, которые сегодня мы разобрали. Потому что для этого надо иметь хороший или капитал прочитать, или курс политэкономии хороший очень иметь. А ну Трудовой кодекс, все, грамотные люди взяли да прочитали. Вот такая книжечка, только не покупайте с этими, с разъяснениями. Это люди написали, чтобы деньги получить за эти разъяснения. Потому что разъяснения никакого юридического значения не имеют. Толкования всякие, дескать, как они истолковывают эту норму права. Как-нибудь вы и сами истолкуете за такие деньги, какие они с вас требуют там. Так стоит там 120 рублей, а вот так стоит 450. Зачем вам 450 отдавать этим пустым людям? Так вот, в Трудовом кодексе написано, если вам не выплачивают зарплату 15 дней, ну еще там, я думаю, парочку денечков-то надо выждать. Ну, скажут, не успели, сейчас, вот уже готовим, вот сейчас приедут. Ну, парочку дней выждать надо, чтобы не получился вот такой сбой, а вы уже там начали что-то делать. Вы садитесь и пишите бумажечку. Хорошую, такую, скромную. Уважаемый там, ну кто, вашему начальнику. Я такая-то, приостанавливаю свою работу. Приостанавливаю или останавливаю? Приостанавливаю. Потому что если вы останавливаете, вы нарушитель дисциплины, я вас увольняю. А приостанавливаю, а за приостановление нельзя уволить. Я приостанавливаю до выплаты зарплаты. Написали, отдали мне. Вот как мне отдать, что потом я не сказал, что вы мне не давали? У нас же конфликт. Вот вы мне отдали, говорю, получили. Вы получили, говорю, получил. Вы вышли, получить. Я сразу раз и в корзину. А? Вы должны, во-первых, надо сделать копию. Не буду. Вы должны на копию. Не буду я подписываться на вашей копии. Мне лицо ваше противно само. И разговор мне с вами противен. Я вам реально рассказываю. Не буду делать копию. Да вы мне рассказываете, что вы будете делать в конфликтной ситуации. А вы мне рассказываете, что мы с вами тут, вот я преподаватель, а вы студент. Это не надо, это переносить туда. Не буду я брать вашу бумагу. Не буду. Идите отсюда. Значит, надо заставить его взять. Чего будем заставить? Я сейчас милицию вызову. Сейчас вышвырнем отсюда. Только если вы милицию. Что? Эдди говорит, кто у нас охранники? Подойдите сюда, дойдите. А милиция будет свидетелем того, что я хотел вам отдать свою спокойную бумагу. Сколько свидетелей надо? Сколько свидетелей? Что, судиться со мной будете? Да я вас уволю и все, и судитесь потом. Я докажу, что вы не правы. Значит, вы доказываете. Вот потом вы будете доказывать. Будете безработным, будете ходить доказывать, а я буду смотреть, как вы ходите и доказываете. Идите, хоть час уходите. Все. Видели, как мы с ним конфликтуем? Это похоже на реальную жизнь? Да. Похоже. А что вы в реальной жизни такой безрукий? Значит, вот вы уже там проблеск был, вы не доиграли. Три человека надо, кроме вас. Три человека, вот у вас есть раз, два, три. Они спокойно, вы ничего, я говорю, я брать не буду. Вот они, вот эти трое с вами пришли, вот эти. Я подумал, что они меня бить будут. Нет, они берут бумагу и пишут. Мы акт. Акт. Мы ниже подписавшиеся, фамилии называйте. Фамилия, имя, отчество. Ну там такой-то слесарь такой, токарь такой. Револьверщик такой. Настоящим актом удостоверяем, что сегодня. Так, вы ничего плохого про меня не пишете. Ничего. Акт это вот просто констатация факта. Никаких там ваших мнений, отношений. Нет, ничего. Вы ни его не любите, ни меня. Вообще вы никого не любите. Вы просто за правду, истину и справедливость. Настоящим актом
подтверждаем, что сегодня гражданин, это работник такой-то, фамилия, передал начальнику цеха такому-то документ о том, что он приостанавливает работу до выплаты зарплаты в соответствии с такой-то, номер статьи очень важен, номером таким-то статьи Трудового кодекса Российской Федерации. И ваши подписи, и число, и все. Что вы дальше делаете? Нет, этого недостаточно еще. Это надо красиво сделать. Потом вы берете, подходите, как... А я вот ваш этот начальник цеха, вы берете с этим актом, подходите. Можете вы уже подходить, а можете не вы. Вот он подходит за троих, тройка. У нас все в России ведь с трех начинается, сами знаете. Вот он подходит и говорит, так, ну подпишитесь, что вы ознакомились с актом. Я говорю, да. Вы что вы представляете? Не буду я вам ничего подписывать. Он говорит, хорошо. А вы, в отличие от него, вот, который вот он на меня кричал там, а вы добрые такие, смирные. Вы говорите, хорошо. И пишите. Гражданин, этот начальник цеха Попов МВ, которому было предложено подписать о том, что он ознакомился с актом, от подписи отказ, подписать данный акт, отказ об этом, отказался. И снова подписывается. Раз, два, и опять три подписи. Вот такую бумагу вы куда хотите можете сдавать. Хоть в суд, хоть в трудовую Ростудоинспекцию. И вы вооружены. Вот такой бумагой вы можете ходить уже. Они уже вам не нужны. Вы один можете. У вас все бумага есть такая вооруженная. И вы такой, если мной не ругаетесь, а вы просто идете к директору. Ну как, вот этот у вас там начальник цеха, как, что он будет что-то делать? Нет, вот приносите ему. И у вас может быть другой разговор после этого. Так что это вот вы можете сделать. Что написано в Трудовом кодексе по поводу того, что должна сделать администрация? Значит, вы можете идти спокойно. Вы идете спокойно домой. Спокойно написали, отдали. Вот. Может вот такая задержка быть с этим связанная. И, ну, кстати, я хочу сразу сказать, что на другие случаи, если у вас возникает проблема, вам, вот мне говорят, мы не возьмем. Ну, ладно, говорю, я сейчас за угол заверну и сдам на почту заказным письмом с уведомлением о вручении. Все. Ну, мне придет уведомление, что получено. Может, придется ждать. А вы же судиться собрались? Суд – это долгое дело. А мне и не спешит. Мне важно знать, у меня квитанция есть. Что, мне больше ничего не надо. Мне надо, чтобы меня не уволили под предлогом, что я просто не пришел на работу. А дальше я иду, ну как, я не просто не приду на работу, я пойду в другом месте пока подрабатывать. А я там бы, а там мне за это платить надо зарплату, потому что я, честно говоря, я же не бросил работу, это я по их вине. Ну это считайте, что я вот, вы мне не выплатили зарплату, у меня деньги кончились вчера. Я сегодня не завтракал. Вы говорите, работайте, я говорю, с удовольствием. Так а что не работаете, а руки не двигаются, а что не двигаются? Так не поел, а что не едите? Так и денег нет. Дайте деньги взаймы. Он как меня как убежит сразу. До зарплаты. Я отдам. Все равно убегает. Не надо конфликтовать. Мы же разрешаем конфликт. Ой, как люблю я нашего начальника, только единственного взаймы не дают. Как задержка, так прямо беда. Зарплаты. Сразу убегает. Я хотел у него взаймы взять, не дает. Вот эти трое подошли, он дал. Потому что, а черт его знает, это же там железа много, что он, ну, случайно упадет что-нибудь на него. Знаете, как производство. Они ничего не говорили, а просто трое пришли, говорят, все, ты ему не отдаешь-то деньги. Ты живой сейчас? Вопрос такой. Да я, говорю, сейчас живой. Да сейчас я отдам, ребята, что вы? Все нормально, завтра будет, получит. А мы ничего ведь такого плохого не говорили, правда? Мы просто посоветовались, ну, повстречались, поговорили. Или вот дождь шел большой, вы стояли у входа, его встретили, вы под крышей, он перед крышей. Вот и все с ним разговариваете, а на него вода льется, вы ничего его не трогали. У вас и руки были за спиной. Так, короче говоря, что обязана администрация? Значит, администрация должна позаботиться о том, чтобы вам выплатить зарплату, а вы обязаны выйти на работу после того, как вас письменно вас уведомит гражданин. Уважительно. Это Дума за это проголосовала. Совет Федерации, президент подписал. И вот вы с подачи президента сидите дома, смотрите телевизор и ждете, когда придет. Или работаете на другом месте, деньги зарабатываете. Или гуляете по лесу, под свежим воздухом дышите. Ну а чем еще? Денег нет.
есть нечего, да хоть воздухом подышать. Значит, и ждете, когда время от времени на почту себе это, заглядываете в ящик, и вот пришла она, бумага, и написано: уважаемые, там, обязательно уважаемые, та-та-та-та-та, завтра вам будет выплачена заработная плата, просим завтра явиться на работу. И вы как огурчик, завтра приходите, спецовочка, все, все новенькое, хорошо отдохнувшим и так далее. За это время вы поработали кое-где и заработали. И тут и получаете свою зарплату. И обязаны выйти на эту работу. Вот если вы не выйдете на работу после письменного этого вашего уведомления, вот тогда вы нарушитель, а до этого никаких. Но если вы напишете, что я останавливаю свою работу, я сразу вас уволю. А вы написали: я приостанавливаю до выплаты зарплаты. Вы вовсе не злостный какой-нибудь прогульщик и не нарушитель трудовой дисциплины. Вот в конфликтных делах как напишешь, так и получишь. Понятно? Это очень важно. Ведь речь идет о продаже вашего. Вы же договорились, это обычная продажа. Интересно, я вам дал, а вы мне не отдали. Так взаимные, взаимоусловленные передачи продукт. Я вам дал свою рабочую силу, а вы мне не дали то, что вы обещали по договору. Поэтому трудовой договор еще делается письменно. Вот люди, которые не делают письменно, они под все висят на воздухе. Поэтому получается так. Им сегодня платят, завтра не платят. А если перестанут платить, а они получали в конвертах вот так. И уже не говорю о том, что никаких пенсионных взносов, там ни медицинский, ни фонд медицинского страхования, никуда ничего за них не платится. Их как бы и нету. А потом раз, и вы попали в аварию на работе. Вас берут два человека, тихонечко так, нежно так выносят за, если у вас нет договора трудового, за рамки предприятия, за забор кладут там недалеко и уходят, и закрывают двери. И все, никаких обязательств. А вы кто такой? А он никто. А как вы докажете, что вы работали? Нет никакого. А если и работали, вас просто вы решили тут поиграть у нас на территории. Вам нравится что-то кидать, там носить, перевозить. Нету трудового договора. Поэтому сколько людям втолковываешь, не ходите к этим жуликам, которые берут без трудового договора. Потому что могут вас кинуть в любой момент. Вот, например, из кроссовта вся реклама была. Зазывают там девушек молодых, говорят, вы будете, вам такая зарплата будет большая. Но сначала надо 12 часов работать. Трехмесячный срок испытательный. А после этого будут 8-часовые смены и в два раза больше зарплаты. Вот вы отработали 3 месяца, значит, испытания. Вы знаете, извините, вы не прошли. То есть зарплату вам такую плевую давали. То есть вы работали 12 часов, а зарплату я вам за 2 часа платил. Вот ее теперь возьму. Она смотрит. Из кроссовта, это хорошая компания. Берите к нам. Еще 3 месяца. То есть не то, что не платят зарплату, а просто обманывают каждый раз приходящих, что им заплатят, и не платят ничего. А это вас испытывают. Что тут испытывать-то? Этого трудового договора нет, не на что опереться. Что будете делать? Не добиться, даже через суд. Вот товарищ хотел в суд, чем вы будете обращаться в суд? Вот с таким актом вы можете обращаться в суд. А если нет у вас акта, то и в суд надо нести бумаги. И это еще не факт, чтобы победить. Понятно, да? Ну вот, то есть вопрос о зарплате во многом упирается, во-первых, в коллективные действия и, соответственно, совместную борьбу за продажу своей рабочей силы. И, во-вторых, он предполагает, что вы знаете свои права. И за эти права была большая борьба. И такого пункта не было. Он появился после 2002 года. Это вот пункт о самозащите работников. В том числе он появился сначала в проекте Фонда рабочей академии, который вот мы с товарищем Федотовым составляли из ЗАО «Первый контейнерный терминал». А потом, когда правительственный проект не прошел, комиссия Слизкина дергала из разных проектов, в том числе из нашего кое-что, и она получила больше голосов, чем наш проект. И вот он есть в этом. Но если люди этого не знают, они не вооружены. А если они не вооружены, они и не выиграют. Потому что вам противостоит, так сказать, превосходящая в этом смысле сила. Это вот говорят, что вот у нас товарное хозяйство, равенство, справедливость. Какая равенство? Чернышевский по этому поводу говорил так.
каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Если нет у вас, приходите, я дам лизнуть. Вот, или понюхать, или посмотреть. То есть это равенство, которое ведет к неравенству. Вот. Одни продают последнее, а третьи продают свою рабочую силу, а другие, им особенно тяжело, они покупают крупные объекты, они очень затратные, им очень тяжело, потому что острова, надо далеко ехать туда, на эти острова, покупать, оформлять, счет иметь в офшорах. У вас есть счет в офшорах? Ну, значит, вы меня понять не можете, если у меня есть счет в офшорах. Какие это трудности, это такая возня, это надо там все это там все делать и прочее. То есть на сегодняшний день мы выяснили, что такое заработная плата, что это цена рабочей силы. А есть еще такое понятие, как стоимость рабочей силы, правда? Мы различаем цену рабочей силы и ее стоимость. Все слышали, что есть цена товара, а есть стоимость товара. Давайте сделаем так. Вы до следующего раза попытаетесь узнать, чем, что такое еще стоимость. Вы уже знаете, давайте говорить. Цена – это тот объем денежных средств, которые продают, а стоимость – это реально сколько было затрачено на производство. Этого. Чего затрачено-то? Чего затрачено? Ресурсов. А? Ну, ресурсов, в частности… Ресурсов. А ресурсы все разные. Как их сложить? Как свеклу сложить с огурцами? Порезать и получить, делать салат, да? Я не знаю, как складывать разные ресурсы. Электричество сложить со смазкой. Как сложить ресурсы? Труд соединить со средствами производства. В коробку сложить. В правое отделение. Труд в левую. Непонятно. Так, еще какие попытки будут сказать, что такое стоимость? А вам политэкономию вы не изучали, да? Ну вот это вот изучение политэкономии. Но мы это частично будем восполнять. Частично будем восполнять. Ну как вы думаете, вот та, цена товара, она же колеблется. Она зависит от спроса, предложения. Туда-сюда, может быть, да? А есть какой-то центр тяготения цен вот, в товарном хозяйстве? Что-то есть такое, вокруг чего колеблются цены? Есть? Стоимость. Вот стоимость – это центр. А чем определяется величина стоимости? Это вот центр колебаний цен. Когда? Чем определяется? Спросом. А? Спросом. Это вот такой центр колебаний цен, говорят спросом. Это говорят люди, которые не знают политэкономии. Спросом определяется цена. А вот центр колебаний цен не спросом определяется. Ничего же нет точного, да? Все вокруг чего-то крутится. А вот вокруг чего это все колеблется? Вот стоимость определяется, как показал Маркс в «Капитале», затратами общественно необходимого труда на производство товара. Величина стоимости. Стоимость – это отношение между товаропроизводителями, да? Между людьми. Это общественные отношения. А вот величина стоимости определяется затратами общественно необходимого труда на производство товара. Затратами общественно необходимого труда на производство товара. И вот если все товары продаются по стоимости, то с точки зрения идеологов товарного хозяйства, вот если все продается по стоимости, это справедливо. Правда? Хорошо же так сказать, что вот справедливо, да не так, что вот вы там понизили цену или там не доплатили, а вот давайте все по стоимости продавать, и будет справедливо. Договорились? Договорились. И вот вы приходите продавать свою рабочую силу. Как посчитать вашу стоимость вашей рабочей силы? А стоимость определяется общественно необходимыми затратами труда. Это когда у нас был спрос-предложение, я сказал, что я не буду больше платить, вот и весь спрос. А тут другое.
общественно необходимыми затратами труда на производство товара. Значит, на производство вашего товара, то есть вашей рабочей силы, надо посчитать, сколько труда пойдет. А как посчитать? Воспроизводство товара рабочей силы, это определяется стоимостью. Стоимость товара рабочей силы определяется стоимостью тех жизненных средств, которые нужны для того, чтобы обеспечить ее воспроизводство. Да? Чтобы вот не только сегодня у вас это была рабочая сила, но и завтра, и послезавтра, чтобы вы не умерли после того, как у меня поработали на заводе. Так? И остались бы, по крайней мере, в таком же состоянии. То есть надо посчитать общественно необходимые затраты труда на производство вашей рабочей силы. А что такое производство вашей рабочей силы? Это значит, что рабочая сила должна быть не только, что сейчас вот производство есть капиталистическое, завтра те, кто работает, умрет, в конце концов, а дети не надо сюда на воспитание детей затраты. Надо посчитать на семью, на все те затраты, которые идут. И вот мы в следующий раз с вами этим и займемся. Мы будем считать стоимость рабочей силы по ее составляющим. Все соберем и будем спокойно считать. И насчитаем в итоге. Не за одно занятие, так за два. Потому что конфликты все, которые по зарплате, надо, чтобы у нас какая-то была твердая почва. Мы с этой мерила далеко ушла от стоимости, это цена-то, или близко. Приближается она к стоимости или далеко-далеко до стоимости. Чтобы мы, как конфликтологи, оценили, в чем тут проблема-то. Иначе мы не можем оценить. Но насчет справедливости сразу вам скажу, в чем замечательное свойство вашего товара, рабочая сила. Что я его купил по стоимости, даже по стоимости, вот все мы посчитаем, и я вот буду строго вам платить, вот как насчитаем. А свойство товара, рабочая сила, в чем состоит, в чем полезность товара, рабочая сила, в чем потребительная стоимость товара, рабочая сила. Потребительная стоимость. Какую пользу он приносит? Что он создает стоимость. Вот вы будете трудиться, этот товар использовать будет, то есть вы будете трудиться и создадите стоимость больше, чем пошло на воспроизводство рабочей силы. А вот я потом заплачу вам за воспроизводство рабочей силы. Раз. Честно, честно. Честно, честно. По стоимости. А остальное вас вообще не касается. Мы договорились с вами платить, покупать по стоимости. Я вам по стоимости заплатил, и будьте здоровы. Вы за 2 часа эту стоимость выработали, сделали продукта мне, товара, на который эквивалентны стоимости вашей рабочей силы, а все остальное вас не касается. Это что будет? Это прибавочная стоимость. Я для этого и приглашал. Я вас приглашал не для того, чтобы вы потом покушали, когда вы у меня поработаете, а чтобы я хорошо покушал, когда вы у меня поработаете. И уж кушать в вашей столовой я не буду, для этого есть рестораны. Они не для вас, они для нас. И так далее. Правильно? И продукты там другие будут. Что я буду эти продукты есть? Мне привезут из Танзании. Откуда скажу, оттуда и привезут. Прибавочная стоимость. А вот то, что вы делали, это необходимый труд, а не прибавочный. И продукт, который вы произвели за 2 часа, и который эквивалентен вашей зарплате, называется необходимым продуктом. Необходимый продукт. А вот это прибавочный продукт. Поэтому, если справедливости считать продажи всего по стоимости, то капитализм – самый справедливый строй. То есть, если у вас нет корабля, это справедливо. Почему? Потому что у меня есть корабль. Потому что мы ведь все по стоимости с вами. Ничего не нарушено, правильно? Ну, все. Какие ко мне? Никаких. И вот я не понимаю, все столько недовольных. Чем вы недовольны? Все. Я вам правильно заплатил? Стоимость все отдал? Все. Вот мы посчитаем, сколько у вас ли будут по стоимости. По крайней мере, конфликты на этом уровне мы запросто разрешаем. Давайте, платите по стоимости, конфликтов не будет. Что конфликтовать? А сколько я куда трачу, это ваше, не ваше дело. Не надо заглядывать в мой карман. Он у меня слишком толстый. А как это выглядело социализм? А? При социализме это никак не выглядело. При социализме нет продажи рабочей силы. При социализме имеется общая собственность на средства производства, все работают, потом распределяется то, что получилось. Часть через общественные фонды, большая часть. Посчитали сегодня экономисты, вот Виктор Иванович Галко, кандидат экономических наук, посчитал, что если сегодня посчитать, какой процент составляет блага, которые раньше при социализме распределялись
не по труду, а через общественные фонды, то есть по потребности, это жилье, бешеные сегодня деньги, бешеные. Да, кстати, сейчас хорошая реклама, каждый вот эхо включи, через каждые чуть ли не 15 минут говорят, а я вот квартиру купил. А эта дама отвечает, в кризис квартиру? Да, у метро Рыбацкая. 1 800 000. Я всем советую, вот вам очень, я советую, студентам очень, 1 800 000 советую. Всем советую, и поторопитесь. Просто приятно, да, расслышать. Видно, что у нас студенты все так прямо сейчас пойдут и купят себе по квартире. Так вот, жилье, медицинское обслуживание, бесплатное было, все, все. Если у вас там операция на 200 тысяч рублей, никакого разговора о том, чтобы вы там доставали деньги, не могло быть. Вот если у вас насморк, идите в аптеку, и девушка, идите купите, и не забивайте нам голову врачам. Но если у вас что-то сложное, опять же, смотрите, чтобы явились срочно на операцию, а не так. Никто даже не то, что вас будут спрашивать, да срочно, 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 и все. А сейчас нет, у вас денег нету. Воздух, воздух, воздух. Чем мы вас можем посоветовать? Жизнь ваша была красочной. Вон, смотрите, умирает, как и как я в таком возрасте. А вы, то есть понятно как. Это все можно ведь представить в лучшем виде. Вас так и запомнят. Значит, медицина и образование, никакого платного образования речи быть. Вот я вот, ну вот я же все эти, я в 63-м году объявился здесь в университете, учился до 68-го года студентом, после этого еще аспирантом, и я только получал деньги, получал, в аспирантуре получал. 8 лет. Ни копейки не платил. У нас стипендия была, у меня была Чевышевская, 60 рублей. А у директора Кировского завода 120. А те, кто на пятерке на одни, у меня одна четверка была. Ну, 100 рублей. Кто ленинскую стипендию получил? Обычная стипендия. Сначала 35 было, потом 45. Прожить можно было на стипендию, не умереть. Или кто-то будет доказывать, что вы не умрете, если вот такой эксперимент научный провести. Давать вам стипендию и не давать ничего, кроме стипендии. И посмотреть, сколько проживет студент. По-моему, это можно теоретически определить даже. Потому что человек может прожить 40 дней без еды, а вы посчитайте, что получится. Так вот, эти затраты, которые распределялись по потребности, вот на блага, которые распределялись по потребности, составляют ныне и сегодня в современной России 56% расходов семей. А 44% это затраты, которые распределялись по труду. Но это по труду тоже во многом было. По потребности. Потому что картошку, конечно, по труду, никто не ел ее потому, что она, дескать, ну 10 копеек килограмм картошки, значит, сколько надо картошки, столько и купит. Капуста 5 копеек килограмм. Ну, засолили весь, осенью начиналось всеобщее соление капусты, а сейчас смотрят, морковка эта, понимаешь, это их товар-эквивалент скоро будет, морковка. У него морковка есть, богатенький стал. Вот, а, скажем, трамвай 3 копейки, троллейбус 4, автобус 5. Кто-нибудь думал о деньгах, прежде чем сесть на трамвай, троллейбус, автобус, метро 5 копеек? Никто не думал. А сейчас стоят эти, смотришь, бабушки, то они стоят. Я там раз со своей зарплатой пошел, да я 40 рублей заплатил, да уехал. И через 10 минут я у себя дома, в тепле. А бабушка и стоит, придет этот автобус, не придет. Потому что у нее карточка, она иначе не хватит ей на пропитание. Так что разница большая. Но мы сейчас живем, в том обществе, в каком живем, в таком конфликте и разрешаем. Так, вопрос есть ко мне? Нет, в следующий раз мы начнем считать стоимость рабочей силы. Спасибо за внимание.